В данном коллективе я являюсь мозговым центром в той или иной степени. Нельзя сказать, что все тащу только я, но я выполняю очень серьезную работу. И естественно, что если обезглавить коллектив, то он будет играть куда хуже. Не хватало нашей команде огонька. В нашей команде именно я выступаю огнем, который позволяет коллективу быть бодрым, заряженным и так далее. Играть все умеют. Нужно лишь что-то такое, что их воодушевит. В игре с Virtus.pro они на данный момент выглядят очень нестабильно и очень странно. Возможно, это свидетельство того, что они меняются как команда. С другой стороны, возможно, что поражение на MSI в какой-то степени их подкосило. Но я надеюсь, что в игре против них мы сможем показать достойный уровень и одержать верх.